Даше мой венок не понравился, потому что она говорит, что... Ну, он похож на яйцо. Он какой-то... Ну, да. Ну просто ты... венки тоже такие бывают, Даша, ну такие как не круглые. Надгробные венки такие. Ну вот такой венок у меня получился. А какой? Покажи, какой ты хотела. Только не разматывай его. Какой именно? Ты не разматывай, ну он просто как... Ну если бы он, например, был вот хотя бы вот такой, вот, ага. Он уже был бы посимпатичнее. Ну я так попробую его сделать, так. Чтобы он именно таким был. Тебе надо тут еще одну веточку привязать, сюда будет и все. Угу. А покажи теперь мой. Да. Но Даша сделала свой венок, потому что говорит, делай свой сам, и сделала вот такой. Смотрите, какой венок она сделала. Ничего себе. Молодец, Даша. Ну и мой такой тут рядом. Вот. А мой будет на дверях. Этот у нас будет в квартире. А вот этот, я его все равно задекорирую, потому что я себе пальцы исколол. И повесим его с улицы на дверях. Можно на голову водить только. Вот такой вот у нас венок будет. Потом задекорирую этот венок и еще покажу вам, какой он стал. Ну, в принципе, он на дверях будет классно смотреться. А мой? Такой тоже крутой, я офигел сегодня, блин. Классно. Такие вишенки, как будто вишенки, знаешь. Круто вообще. Вишенки. Мне очень понравилось. Молодец. Кицуня молодец. И вот, наконец, мы доделали с Дашей второй венок из... живой елки, я вам напомню. Как говорил Янукович, это как ее там? Елка. Смотрите, что у нас получилось. Ту-ру-ру-ру. Мы сегодня поехали, купили игрушечек, бантиков и вот такого снеговичка. Такой чувак с лапками, но без ног. Вот такой вот веночек получился. Дашин, конечно, веночек он поменьше, и он такой покрасочный, но это же мой веночек, он такой мужской венок. И вот такой вот снеговик-хуевик, бля, боровик. Повесили его на кухне, пусть на кухне висит. Елка в комнате, Дашин венок на дверях и на кухне мой венок. Так что вот такие дела. Делайте все своими руками, как Даша говорит, если бы мы просто купили за бабулесы где-нибудь на рынке венок, мы бы его постоянно каждый год бы вешали, и, короче, один и тот же венок вообще полная лажа. А так своими руками он получается всегда разный. Увлекательная такая забава. Ну, колется. Колется очень сильно. Поэтому вот так вот. Снеговичок.